Сегодня 16 февраля 2016 года, и полным ходом идет Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы». Обстановку с места событий с делового центра «Юбилейный» в Республике Башкортостан вам докладывает команда БИС-ТВ и я, Тамара Никифорова. Этим утром деловой программе конференции был дан громкий и запоминающийся старт. Участникам рассказали о тех регуляторных и законодательных новеллах по информационной безопасности, которые в настоящее время обсуждаются в коридорах государственной власти. Ну а подробности узнаем с места событий. Среди докладчиков сегодня первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. И это неудивительно, ведь не так давно Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, отмечала в своих выступлениях, что для регулятора на сегодняшний день информационная безопасность является одним из приоритетных направлений. Известно, что Уральский форум с самого начала пользовался поддержкой Банка России. И на сегодняшний день это одна из основных площадок для взаимодействия Банка России и банков в области информационной безопасности. Именно поэтому среди докладчиков представители практически всех подразделений Банка России, которые связаны с информационными технологиями и безопасностью. Кроме того, от обеих палат российского парламента на конференции присутствуют сенатор Людмила Бокова и депутат Илья Костунов. От правительства Республики Башкортостан, где проходит форум, присутствует премьер-министр Рустем Марданов. Также новостями с участниками форума делятся представители Роскомнадзора и ФСБ России. Под занавес первого пленарного заседания состоялось торжественное вручение премии «Информационная безопасность банков», надлежащих почестей и увесистой статуэтки с орлом, символом отрасли, удостоились самые активные специалисты, можно даже сказать, подвижники. Так, по итогам голосования лауреатами в этом году стали такие признанные специалисты, как Наталья Касперская, Михаил Емельянников и Владимир Голованов. А в настоящий момент в зале проходит дискуссия «ИТ-ландшафт и безопасность. Что нас ждет впереди?». Вместе с модератором Натальей Касперской о судьбе безопасности в технологиях будущего рассуждают руководители крупнейших российских и международных компаний в сфере IT и кибербезопасности. Это основатель и президент компании Elvis Plus Александр Галицкий, руководитель департамента информационных технологий, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Назипов. Взгляд международных корпораций представляют Андрей Филатов от компании IBM и Джонатан Спарроу, генеральный директор Cisco Systems в России и странах СНГ. Я была удивлена, честно говоря. Не ожидала, как-то приятно очень, что оценили. Наша группа компаний довольно много сделала для информационной безопасности, в частности, банков. И мы в последнее время инвестировали значительное число средств на поиск новых технологий, которые могли бы помочь банковскому сектору избавиться от, ну, хотя бы каких-то угроз. Мы вкладываем сейчас большие деньги, ресурсы в развитие безопасности, чтобы сети и информационные системы работали не только надежно, а тоже и безопасно. Должно быть доверие от потребителя и пользователя к операторам этой сети, к банкам, сотовым операторам, любой компании, которая предоставляет услуги. А завтра нас ждет диалог с регулятором, обстоятельный рассказ о первых итогах работы Финсерта, а также любопытнейший кейс, как с нуля выстраивали национальную систему платежных карт и безопасность в ней. Ну и что из этого получилось. Также впереди интересные доклады о новых веяниях в борьбе с фродом. Дискуссия о том, как подружить службы информационных технологий и информационной безопасности. В общем, очередной бесконечный рабочий день на Уральском форуме. Здесь забывают про еду и жертвуют личным временем и сном, чтобы решить все вопросы, с которыми разобраться не получится больше нигде. Но одну неделю в году этот безумный режим – норма для всех, ведь это Уральский форум. Репортажи с Урала для вас ведут команда БИС-ТВ и бодрая в любое время суток я, Тамара Никифорова. Ставьте большие пальцы вверх, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про наши конкурсы. До встречи!